Приветствую вас, и то, что вы описываете, является следствием достаточно серьезного нервного напряжения и постоянного стресса, может быть, конфликтогенной ситуации, и, соответственно, разрешение, последовательное разрешение всех элементов, которые вызывают у вас нервное переживание, стресс, а также организация расслабляющих, релаксирующих процедур поможет вам решить вашу проблему и избавиться от постоянных страхов и постоянных опасений за свою жизнь. Соответственно, что вам нужно сделать? Вам необходимо выбрать эксперты, которые понравятся вам любого на нашем сайте, и начать с ним работу, чтобы последовательно выяснить причины вашего стресса, вашего нервного переживания, а также выработать для вас лично вам подходящую программу деятельности по расслаблению, по реализации своих потребностей и по собственно, получению наслаждения от жизни. Только так можно решить вашу проблему. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.